Украинис умаглеси рада Кримис парламент датхонит емукреба да референдумис гаукмебас дауқонеблив тхос. Радас депутатебис информациит Кримис парламентис антиконституциури мокмедебис шесабамиси документеби саконституцио сасамартлоши укве цардгенилия да рамденими дреши рада Кримис парламентис датхона шецдебс. Украинис ахали мтавробис хемзгонелеби автономию республикаши дагегнул референдумс аралегитимур суцодебен. Русец конфликтис гакуйобаши аданашаулебен да Америкис шертебул штатебса да британец сам хедром хардачераст ховен. Чон арапэрс гансакутребул сар витхот. Чон гвинда ром им кёкнеба ромлебиц Украинас территориули мтлианобис гарантия сацлебден. Кёкнис суверенитет да дамоукидеблоба дайцван. Дайцон кёкана ромлмац уаритква биртули ярахзе, маграм дгэс дауцвели дарча да эрти-эрти агмочта кабилебамда шеэрагэбул сахэмцхостан, Русеттан, ромэлс кимиур иярахс топс. Миумартав кримелебс, тквен дгэс Русети кпирдебат экономикур дахманебас, маграм гаихсенет абхазети да самхрет осети. Русетима дахманебас даперда, тумца пироба ар шеусрулебия. Русетис мизания кримелебма дакарго самушао хелпасеби, дамсонеблеби, рогорц эс мохта абхазечис. Титагиареба ткен арапэрс карг сармогидат, эс мхолд русетис интересебшия. Кримши дагегнул референдумс бойкотс уцхадебс саэртэшорисо сазогадоэбац да русец конфликтис деэскалациистуис ор дгиан вадасацлевс. Цинаагдэк шемтховаши Европа русец кацри экономикури санкциебит эмукреба. Украинис кризисе гайрос ушишробис сабчом кидев эртхел имжела да Кримши дагегмили референдуми ара легитимурад цно. Референдумис мимарт уаркопити позиция акс ЕУ-тоса да Еврокавширс. Русец санкциебит эмукреба диди британетиц. Чуэн арвагиарэбт Кримис референдуми шедегэбс радган эс ара легитимури референдумия. Чуэн яра эрти габтхилебис миухедават регионши исев рчебиан руси самхедроэби. Исев гадаадгилдеба русули техника. Эс арис Украинис суверенитетис даргова да имшемтхоеш ту русети ар даихевс укан. Чуэн гавамкацрет санкциебс. Чуэн натлат ганвумартет русец ром имшемтхоеш ту ис комплектис дескалациис магиврат. Кримши витаребис дадзабосецдеба. Чуэн ауцилбат гавамкацрет санкциебс. Гайро укидураса чешпотебулия Кримши мимдинаре мовленебит да гамоцхадебули ара легитимури референдум. Гайро дапириспирабул мхарэбс мимартавс молапаргэбэбис гзит муахтинон конфликтис деэскалация. Асэвэ мимартавт русец арчаэриос куэкнис политикаши да гайкванош джари Украинидан. Америки шеэртэбули штатэби арагиэрэбс референдумса да мис шэдэгэбс. Чэм харс учэрт Украинис мтлианобас да Кримиц мис шэмадгэлобаши унда дарчэс. Кримши 16 март дагегнул референдумзе да Украинаши Русетис самхедро интервенциазе комментарс аракетебс куэкнис экс-президенти. Интерполис мьер дзебнили Виктор Януковичи, ромельц тавсисев Украинис мокмет президента тулис, дгэс журналистебс клав Ростовши шехта. Пресс-конференциазе ромельзец журналистебс китхобис дасмис сашуалеба армисес, Януковичма дасавлетис сибрмавеши да гадатриалебис хелшецхобаши да аданашаула. Асэве агнишна ром саэртэшорисо сазогадоэба Украинис хелисуплебаши Мосул неофашистур В стране действует банда ультранационалистов и неофашистов, которые метят уже и на президентский пост. Они силой захватывают органы местного самоуправления. Они увольняют руководство милиции и службы безопасности. Не только в центре, в Киеве, но и на местах. Хочу спросить и у покровителей этих темных сил на Западе. Вы ослепли? Вы потеряли память? Вы забыли, что такое фашизм? Но я уверен, офицеры, солдаты Украины знают, в отличие от вас, министра уважаемых европейских государств, которые подписались под документом не о гарантиях мне, а о гарантиях гражданского мира в Украине. И растоптали этот документ. Кримики референдумистус взадебас клав активурат ганагрдзобс. Адгилобриви медиис цнобит укве дацкебулия бюллетенебис бечтва. Адгилобривма парламентма дгэс дамоукидеблобис декларацияц миго, ромелиц регионис русеттан миертебас юридиулад гааформебс. Кримши дагегнул референдумзе мжелобен Московшиц. Референдумидан хут дгэши Кримис русеттан миертебис сакитхс руси депутатеби ганихилавен. Канонпроекти, ромелиц фракция самартлиани русетис депутатебис миер арис инициирებული русетис федерациис шемадгелобаши ახალი ტერიტორიების შესვლას ითვალისწინებს. Вот референдум мы применяем дальше что? Какая процедура вхождения? Для процедуры вхождения мы сегодня приняли декларацию о независимости. Если на основании референдума будет подтвержден первый пункт, то дальнейшее действие мы становимся суверенной республикой и на основании этой декларации обращаемся в
Российскую Федерацию о принятии нас как субъекта Российской Федерации с названием Республика Крым. Этот сигнал, он не является предметом каких-либо соглашений. Наша позиция по вопросу о референдуме остается категорически конкретно сформулированной. Мы против проведения референдума. Мы бойкотируем референдум. Парламент Крыма принимает решение о якобы независимости Крыма, которое, еще раз хочу подчеркнуть, не отвечает ни Конституции Украины, ни одному из законов. И принято только лишь под испугом того, что референдум не удастся провести. Политикури процессабис параллелурат регионши и сеугрзелдеба русули самхедро техникис гада адгилеба да мобилизация. Самхедро базебис дакавебис гарда русебис мир блокиребулия сазуа оплодиц. Русули медиа сашуалебебис цнобит Кримис сакутар армия сацкмнис. Автономиури олкис премьер-министри ки автономис шеерагебули залебис мтавар сардлад гамоцхадда. Эсуплеба мосилеба Сергей Аксеновс Кримис парламентма мианича. Тресуэ ცნობილი გახდა, რომ НАТО უკრაინის საზღვრებისაკენ მზვერავ თვითმფრინავებს გზავნის. Ინფორმაციას ალიანსის პრესსპიკერიც ადასტურებს და ამბობს, რომ НАТОს გადაწყვეტილებით ყველა დაზვერვითი გაფრენა მხოლოდ ალიანსის ტერიტორიიდან განხორციელდება.